Транспортники Екатеринбурга работают на честном слове руководителей города. Дизель и электричество предприятиям теперь поставляют по гарантийным письмам, подписанным вице-мэрами уральской столицы. Ведь денег у перевозчиков нет. Область до сих пор не вернула огромный долг за провоз региональных и федеральных льготников. Сегодня предприятие финансируется за счет гарантийных писем, которые подписываю я и Ильикович. Там экономической деятельности уже как таковой очень мало. Поэтому как только поставщики скажут, мы вам больше не верим, прекращается поставка солярки и электричества, предприятие встает. Своих обязательств по компенсации проезда льготников областные власти не выполняют уже 5 лет. Из-за долга в 1,5 миллиарда рублей городские перевозчики оказались на грани выживания. Им не на что обновлять парк и платить по счетам и кредитам. Транспортники вынуждены были даже пересмотреть тарифную политику. Чтобы автобусы и трамваи за безденежье не встали, необходимо около 700 миллионов рублей в год. Где их взять, должны решить екатеринбургские депутаты. Они как раз начинают планирование бюджета города. Впрочем, народные избранники намерены еще раз обратиться к руководству области с просьбой все же выделить деньги. В этом случае тарифы для льготников повышать не будут.